решил снять видео коротенькое. О, вот цена на топливо. Значит, супер 64 песо. Ну, супер это вот самый такой распространенный. Выбрались с Еленой какой-то веки центр. Вот она, Елена. Пройдемся немножко, покажем. Ну, я все время телепаю камерой. У нас послабление, открытое автобусное движение, но в намордниках ходить вроде надо, да, обязательно? Сегодня к стоматологам, да. Наша страховка позволяет делать только лечение, пломбирование, а протезирование надо уже платить из своего кармана. Ну и то неплохо. Качество стоматологии, ну, не очень. Мне 3 раза пломбу делали, 3 раза вылетало. На зуб мудрости. Ну, может, она там и не должна сильно держаться. Теперь решили сделать кардинально. Так. Куда прямо? Сюда прямо. Да. Это боливар. Боливар по-русски, боливар по-нерусски. А, вот здесь Лера на работу, да? Забежим к Лере сейчас. Вчера я поделился в Фейсбуке, но вчера, короче, у нее на работе, у нее украли телефон. Зашел под видом покупателя. Под видом покупателя зашел один перец и, короче, стянул телефон у нее. Она быстренько пробежалась, сняла показания с камер наблюдения, позвонила в полицию, организовала все это. В общем, менты поймали его. Около рынка поймали. Уже, да, они уже знали. Они уже предполагали, что сразу он выкинул сим-карту и... Чехол. Чехол, да. И пошел продавать его. Ну его за... Его там их поймали. Заломали, короче. Он кинул телефон, тварь. Хорошо, что не разбился. Да. Хороший достаточно дорогой телефон. И этой цены, там же цену заявляют пострадавший. И хватило на заведение уголовного дела. Теперь его, скорее всего, посадят. Ну, потому что у него рецидив. Да, у него рецидивы были, и сказали, что у него и дочка ворует, ходит, и жена ворует, ходит. То есть там ну, в общем, посадят. А ты не воруй. Ну, а это вот Лера такая у нас, пошли. Боевая, она не растерялась, быстренько все это отреагировала, поэтому и нашли. Менты благодарны ей. Сказали, что это благодаря ей. Ты куда меня ведешь? А в шопинге снимать можно? Нет. Ну, я снаружи покажу шопинг, где она работает. А там внутри всякие бутики. Ну, шопинг как у нас Тум, там, или Тум, я не знаю. Какой Тум? Ну, Таганроге Тум. Да все знают, что такое шопинг. Ну, он маленький, не большой. О, да тут еще и очередь, чтобы зайти. Нет, это платить. Ну вот он. Вместе пойдем, да? Все, мы пойдем к дочке. Ну вот все, что хотел, показал. В центре у нас вот так. Это para YouTube. Para YouTube, ah, buenísimo. Así es, lo barrí por decirle. Ese van a mirar los rusos. Ellos no saben idioma. Puedes decir привет. ¿Cómo? Привет. Привет.
Gracias. Решил поснимать. Вот, вот здесь это произошло. Поздоровайся. Вон какая длинная у нас дочка. Это мальчик. Героиня вчерашней криминальной хроники. Все, я выключаю. Мне нравится, когда строят вот так, смотри. Учитывая пальму. Вот, спрашивала. Ой, я забыл, как же головатая. Что пальмы имеют мощные корни. Нет, это не так. Пальма это как раз таки такое дерево, что не мешает никогда, не поднимает ни фундаменты, не мешает зданиям. Я это фамилию вспомнила, как зовут головатая. Мы с ней беседовали. Нет. Нет. Блин, ну ладно, я это тогда вырежу. Как это Надя? Нет. Вадя? Нет. Надя? Да. Дальше. Вот улица красивая. У нас зацвели жакаранды. В Буэнос-Айресе, наверное, уже тоже. Но у нас это не главное дерево. Их у нас не так много. Вместо них есть такие же, как акации, только красные. Вот в сезон весь город в красном. В декабре они цветут. Но они уже цветут. Как раз, когда мы приехали, только посадок, 8 лет назад. Вот был декабрь, да? Декабрь. Да, говори громко. В декабре маска мешает. В декабре они как раз зацвели. Красота была, нас поразила это. Едем по улицам везде. Деревья с красными цветами. А вот это дерево в Мендосе много таких. Вот такое дерево и на Украине видела. На Украине, да. Я не знаю. Я посмотри адрес на бумажке. Вот это льет. Нет? Значит, дальше. Пошли дальше. Мы ищем клинику, куда меня отправили, чтобы убирать нерв. И зуба. Я не хочу. Когда уже это приближается момент, тогда и болеть перестает уже, и вроде как и не надо. Ты адрес прочитала, мам? Потому что уже, может быть, мы прошли. Зашли с Еленой в магазин. Ну, тут всякая такая, как типа экзотики. Но что меня привлекло, это... Вот. Здесь это называется мамучка. Хотели мы горчицу, спросили в порошковую. Ну, нету.
сыр какой-то древний. Ну, наверное, это так надо. Ископаемый. Всякие упаковочки с жерба маты, собор из дель мундо. Ну, такие магазины в России полно. Вот в таких магазинах как раз можно найти маты. А здесь чай. Ну, ничего особенного. Вот мне разрешили показать кабинет. Ну, обычный кабинет, типичный. Что интересно, сразу здесь есть рентген. Радиография называется. Вот, не надо никуда бежать. Ну, в общем, я отстал от жизни, это, наверное, нормально. Доктора Андрея. Новая мастра. А? Пойдем, Мира? Muchas gracias, muy amable. Все, сделали мне то, что надо. Свободен. Вот в тему корней. Вот пальма. Все отлично. Кругом плитка. Ничего не ломает. Корень уходит вниз. Так, вот кустарник. А вот лиственное дерево. Это дерево, кстати. Как же оно называется? Какая-то там... Ну, известное тропическое дерево. Вот оно. Очень красивое. Ну, не помню название. Ну, вот, что я хотел показать. А вот у него корни ломают. Бетон. Все такое. Поэтому это к нашему разговору в Фейсбуке, что пальмы самое то, что подходит для... чтобы сажать возле домов, фундаментов, ничего страшного.